С 1 апреля начался весенний призыв в армию. Вооруженные силы Российской Федерации планируется отправить более 134 тысяч молодых людей. С каким настроением идут служить славянские мальчишки, расскажут наши корреспонденты. Весенний призыв отправится служить более 5000 кубанских ребят. 1 апреля они прибыли в военный комиссариат по месту жительства на призывную комиссию. Ребята, от души поздравляю вас с началом весенней призывной комиссии. Спасибо большое. Все улыбаются, все настроения, да? В составе призывной комиссии представители военкомата, управления образования, казачества, комитета солдатских матерей, правоохранительных органов, медработники. Председателем комиссии является глава района Роман Синеговский. Товарищ председатель призывной комиссии Суланов Егор Аркадьевич, на призывную комиссию прибыл. Весенний призыв продлится 3 месяца. В этот период каждый молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет по первому требованию обязан явиться в военкомат. На призывной комиссии с учетом состояния здоровья, семейных обстоятельств, а также обучения в высших и профессиональных учреждениях принимается решение, получит юноша отсрочку от армии или будет призван сейчас. Служить ребята будут в течение 1 года. Как подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ни один солдат срочной службы, в том числе из Краснодарского края, не будет участвовать в специальной военной операции на Украине. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».